Есть большое желание написать жителям города, да не платите нахрен в эту долбанную контору. Они вообще не работают. Что называется, накипело. С весны 2021 года соликамские депутаты пытаются добиться информации от фонда капитального ремонта Пермского края. Их интересует, почему ремонт домов проходит не в графике, когда будут исправляться огрехи подрядчиков, почему у некоторых домов ремонтируется не то, что жители считают нужным, и как так получается, что в целом из города в фонд уходит большая сумма, а ремонтных работ у нас проводится несоизмеримо меньше. Ответы всякий раз вызывают эмоциональную реакцию парламентариев и очередные сомнения в эффективности работы фонда на местах. Я никогда не поверю, что дяденька из Перми будет лучше управлять имуществом, которое находится у меня здесь. И тем не менее, федеральный закон, и они его обязаны соблюдать. Он абсолютно несовершенен. Объединяться с другими территориями, у кого есть такие же проблемы, чтобы достучаться до губернатора, ну, вроде должен и на наши письма реагировать губернатор. Но, к сожалению, этого не происходит. Поэтому единственный вариант, который у нас есть, это на самом деле постоянно этот вопрос держать в напряжении. Поэтому на комиссии прозвучало предложение заручиться поддержкой парламентариев законодательного собрания и вызвать в Соликамск руководство фонда, чтобы провести большую открытую встречу, как в январе 2019-го, когда присутствовал даже депутат Государственной Думы прошлого созыва и глава Красновишерска. Тогда свыше часа обсуждались насущные вопросы и тревоги. И сейчас есть необходимость повторить. Пусть смотрят глаза, пусть телевидение. Пусть на телевидении перед жителями говорят, что выполним все. Так коллегиально и сформулировали. Вопрос с контроля не снимать и еще... Инициировать, да. Обращение до организации круглого стола с депутатом законодательного собрания и руководством Министерства Пермского края, да? Представителями учредителей. Да, представителями учредителей. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Единогласно. Спасибо.